Добро пожаловать на медиапортал Церкви Божьей GCE Media. Это специальный медиапортал, сделанный для мобильных устройств на платформе Android, Apple, Windows Mobile и прочих, а также для настольных компьютеров. Сейчас я вам расскажу, как удобно пользоваться им. Вы можете попасть сюда по ссылке m.godschurch.ru или media.godschurch.ru. В верхнем левом углу вы видите кнопку «Меню». Нажимаясь на эту иконку, вы попадаете в само меню. Кликаясь вне меню по экрану, вы просто его закрываете. Итак, посмотрим на структуру меню. Оно состоит из плейлистов. Это последнее видео. Это то, что вы видите, как только заходите на сайт. И популярные видео, которые отсортированы по количеству просмотров. Далее у нас идут каналы. День 7 – это воскресные проповеди. Молодежные служения. English. Это канал, в котором собраны все спикеры, которые приезжали к нам из-за рубежа и говорили по-английски, конечно же, с русским переводом. Далее идут спутниковые телепередачи «Экклесиаст», «Праздники», «Творчество». В творчество есть вложенные альбомы, помимо тех видео, которые не были разложены в разные категории. Например, в музыке есть 4 вложенных альбома. Вот они. И видео, которые не были рассортированы. Далее у нас есть семинары и конференции. Именно в этом разделе вы найдете конференцию «Открытое небо». Вот здесь, все 109 видео. Посмотрим на спикеров. Это специальный раздел, в котором собраны все видео по пастору, который проповедовал. Например, Андрей Дериенко. Нажимая на кнопку «Загрузить еще», вы добавите еще 6 видео. И так практически до бесконечности. На этом портале собраны более 500 видео. Теперь посмотрим на структуру канала более детально. У каждого видео в верхнем левом углу есть ярлычок с названием канала. Нажимаясь на этот ярлычок, вы попадаете в соответствующий канал. Например, день 7. Или молодежка. Если вы нажмете на изображение или на заголовок этой проповеди, вы попадете в саму проповедь. Вот таким вот образом. Если вы хотите посмотреть видео, нажмите на кнопку Play. На компьютерах у вас есть кнопка для того, чтобы развернуть это изображение на полный экран. На мобильных устройствах оно автоматически разворачивается на полный экран. Хочу заметить, если вы пользуетесь устройством Android, то вам необходимо потянуть за верхний угол экрана для того, чтобы свернуть это видео после того, как оно развернулось на полный экран. Если вы не хотите смотреть видео, а хотите послушать аудио, нажмите на кнопку Play, если таковая имеется. К некоторым видео не прикреплен аудиоплеер. Если вы хотите скачать аудио или видео, нажмите на соответствующую ссылку, если она имеется. Каждое видео рассортировано по каналам. В данном случае это День 7 и Андрей Деренко. Нажимая на один из этих каналов, вы попадаете именно туда. Далее у нас идут кнопки для того, чтобы поделиться ими в социальных сетях. Если вам не хватает этого набора, вы можете нажать на плюсик и поделиться в вашей социальной сети. Под видео расположены похожие видео, которые были определены по каналу либо День 7, либо Андрей Деренко. Загрузите еще и увидите полный набор. Вот и все, что вам необходимо знать о том, как пользоваться медиапорталом GC Media. Приятного просмотра!